И снова здравствуйте. Мы с вами находимся в 50 километрах от Московской кольцевой дороги, а в городе Дмитров, в Борисоглебском Дмитровском монастыре. Есть давние предания об основании монастыря великим князем Юрием Владимировичем Долгоруким в XII веке, почти одновременно основанным им в 1154 году города Дмитрова, названного в честь младшего сына, в крещении получившего имя Дмитрий. В 1363 году Дмитров был присоединен к Московскому княжеству. Точных данных об основании этого монастыря нет, а скорее всего он возник в третьей четверти 15 века. В 1841 году под пределом монастырского собора нашли каменный крест с датой его установки 1462 год. Люди верили преданиям, тем более что документальных сведений о монастыре мало кто знал. А дмитровские и московские князья с мыслями, что монастырь основал сам Юрий Долгорукий, который основал столицу, стремились быть щедрыми, помогали монастырю, и поэтому он успешно развивался. А в 1537 году построили замечательный собор во имя святых князей Бориса и Глеба. Но, как и другие монастыри, обитель страдала от разных бедствий – нашествий, набегов, пожаров, болезней. Всем это известно. Вот такая вкратце история монастыря. Если кому интересно, то в конце фильма вы можете прочитать подробный интересный рассказ про монастырь. Материалы из книги «Монастыри Подмосковья», которая одобрена Русской Православной Церковью. Это не Википедия. О, сами пришли, ребятки. Павлины – это они, а это она. Павлиниха. Что-то новое с павлинихами. А это цесарки. Женский род. Эх, удочку забыл. Золотую рыбку поймать хотите? Да хоть какую, золотую пусть, ладно. А он здоровая. Карпы какие-нибудь, наверное. Сейчас
Ну, танков много. Ну вот. Мы пошли к этим. К лыцарям. Ну что, все. На мой взгляд, самый красивый памятник Дмитрова, а памятник святым Борису и Глебу, расположен у стен Борисоглебского монастыря и довольно гармонично вписался в окружающую обстановку. Построен в 2006 году по проекту Рукавишникова. Ну вот, никто нас не заругал на сей раз. Есть? Да. Зло. А могли? Да сейчас все могут. Привет. Ну что, уже не ругаются? Далее мы направляемся в Дмитровский Кремль. Он, в принципе, находится здесь где-то порядка 500 метров. Если кому интересно, следуйте за нами, ставьте лайки, дергайте колокольчики. Ну что, в Кремль? Поехали!